дошли до пляжа. Сегодня штиль. Море, в принципе, еще прозрачное достаточно. То есть, если посмотреть ножки мои, да, тут вот все так относительно видно. Медузки плавают. Где-то тут видел уже медузу. Где-то они плавают. Народу немного, пляжи полупустые на самом деле еще. Всякие вот эти беседки, палатки, качельки еще не готовы, но уже повытаскивали. Даже в том числе и катамараны, то есть можно уже ставить. Люди купаются, но, честно говоря, зашел по колено, и вода такая еще ледяная, по прогнозам, которые показывают, градусов 17 она, наверное, и, честно говоря, ну, ноги так сводит. То есть, в принципе, именно нырнуть, окунуться, как бы оно дело такое, можно. Вот, но холодновато. Прошли пару ресторанов, рестораны полупустые, цены, я так понимаю, уже потихоньку начинают к сезону поднимать, так что вот так вот. Вот, но погода, сами видите, безоблачная, на улице 24-25 градусов, и как бы, в принципе, очень-очень хорошо. Народ потихонечку уже на пляже ходит и будет отдыхать. Так что вот так вот, всех ждем в Сочи, всем пока-пока, надеюсь, у вас тоже хорошая погода.